Это наша пандочка, девочка. Ну, шовчики заживают у нее, да? Моя сладкая. Ах ты, моя девочка. Как жалко таких собачек. Ну, ничего. Сейчас скоро мы для кутенка сделаем вольерчик небольшой. Там есть у нас. Мы его ремонтируем сами, собственными силами. Вот его этого кутеночка выведем на улицу. А вот пандочку посадим в кабинет. Он светлый, просторный, пока пускай там. А там уже будем думать. Ай, ты моя девочка. Ну все, она уже нас здесь освоилась. Красавица ты моя. Кстати, сегодня приходил ее хозяином-то назвать нельзя. Этот нелюдь, который ее порезал. В пьяном виде был. Меня здесь не было в приюте. Я бы быстро полицию вызвала. Но ничего, скоро до него доберемся. Хотя вразумлять таких уже людей, нелюдей, это бестолку. Время покажет, да? И вернется ему все. Отольются ему твои слезки.